кукла XIX века является самой хрупкой и дорогой игрушкой в экспозиции музея городского быта. У нее фарфоровое личико, а ручки из целлулоида, специальной пластмассы. Кукла находится в детской комнате музея, передающей обстановку того времени. Она умеет открывать и закрывать глаза, сидеть. Такая игрушка была сделана в Германии. В общем-то, все фарфоровые куклы в то время производились за границей, в Германии или во Франции. В Российскую империю их привозили или выписывали по почте. Это была роскошь, и далеко не все родители могли порадовать свою дочку. Фарфоровая кукла стоила от 3 до 5 рублей и выше. Для сравнения, на тот момент зарплата рабочего составляла около 2 рублей с серебром. Конечно, такой дорогой вещицей детям разрешалось играть под присмотром взрослых. В основном она украшала интерьер комнаты. В коллекции музея есть куклы из разных материалов. Так, еще одна немецкая кукла изготовлена из папье-маше, то есть из бумаги на клеевой основе, покрытой специальным лаком. Такие куклы из папье-маше были доступны среднестатистической семье. Затем, в середине 20 века, появились куклы еще дешевле – из целлулоида или резины. Но цель всех этих кукол была одна – подготовить ребенка к будущей жизни и его роли в обществе и семье.